Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И как вы поняли, сегодня у меня будет влог из Белоруссии. Мы ездили в город Минск. Это вот как раз вид из апартаментов, которые мы снимали. Ну, как апартаменты, там просто в жилом доме квартира, поделенная на комнаты, которую можно снять посуточно и не только. Вот в таком комплексе, наверное, да, здесь все закрыто шлагбаумами. В общем, потом я в этом видео тоже покажу, как выглядят эти апартаменты. Ездили мы в Беларусь на машине своим ходом, то есть, вот, и покатались по городу. Поездка у нас была спонтанная. Мы приехали, то есть где-то в среду, грубо говоря, мы решили поехать, и в пятницу уже выехали. То есть в пятницу мы выехали, вот две ночи, и всю субботу мы гуляли по городу Минску. Что меня удивило в Минске, так это была суббота, и такое маленькое количество людей на улице. Хотя, ну, может быть, погода не очень, но все равно так мало машин, мало людей. По сравнению, конечно, с Питером, про Москву я вообще уж, конечно, молчу. Как-то очень мало. Вот. Но муж сказал, что это здорово, потому что приятно ездить на машине, не стоишь нигде в пробках, и все, в общем, супер. В общем, мы погуляли, и я не могу сказать, что у нас была какая-то определенная цель, что мы хотим посетить какие-то определенные места. Я вообще хотела побывать в Белоруссии лет 5 уже, наверное, как. Вот, и вот моя мечта, можно так сказать, осуществилась. Вообще, кто не знает, возможно, я в каких-то из видео говорила, но я наполовину белоруска, то есть мой отец белорус, и мама у меня русская, вот, поэтому, может быть, из-за этого меня так тянуло поехать в Беларусь и посмотреть вообще, ну, Минск в особенности, конечно же, я хотела посмотреть. Мне здесь все очень понравилось, это кадры я, по-моему, с утра снимала, то есть, ну, первый половина дня было достаточно пасмурно, это было начало ноября, мы туда ездили. Вот, очень красивая осень, намного теплее, чем в Питере у вас было на тот момент, вот, поэтому мы с огромным удовольствием, мы просто покатались на машине по городу, где-то мы останавливались, выходили, гуляли, я думала, что я больше кадров поснимала, но как-то, видимо, что-то где-то пошло не так, в итоге осталось у меня не так уж много кадров с Беларуси. Конечно же, мы еще заходили, не помню, мы заходили, кстати, на рынок еще, только я вот не помню его название, какой-то он, по-моему, самый крупный в Минске, я не знаю, честно, не буду врать, вот, но какой-то мы нашли, туда зашли, купили там сыр, какие-то конфеты, ну, в общем, такое все. Ну, сыр белорусский мы очень любим, и я очень рада, что ассортимент у нас в России белорусских сыров, он все увеличивается и увеличивается, и это меня очень сильно радует. И, кстати, молочка белорусская, вот сметану я постоянно покупаю белорусскую, она очень вкусная. У нас вологодская сметана вкусная, но и белорусскую тоже я, если вижу, обязательно покупаю, мне она очень нравится. Вот, в общем, мы здесь вот кадры с машины, гуляем. Я не буду вам проводить никакую экскурсию, да, потому что мы сами никакие экскурсии не брали, а просто погуляли. Это национальная библиотека, да, если я не ошибаюсь. Как увидите, ну, где люди? Где все? Девочки из Беларуси, напишите, в субботу-воскресенье не гуляют или просто потому, что погода такая? Потому что, ну, много новых застроек, домов, и я думала, что везде, в столицах, полно людей, машин и всего остального, пробок. Но как-то здесь не так. Вот. А в саму библиотеку внутрь мы не заходили, просто вокруг погуляли. Ну, так как у нас был один день, да, мы немного были ограничены. Плюс я хотела совершить некие покупки. Вот как раз-таки я иду в магазин «Миловица». Вот. И, кстати, некоторые магазины были закрыты в субботу. Странно, может, мы на какой-то день попали, непонятно, не знаю. В общем, нашла тут на карте один магазинчик, и мы туда зашли. В общем, я решила взять примерочный. Там очень много нижнего белья, особенно верха, но мне это не очень интересно с моими параметрами, поэтому я больше за всякие халатики, ночные сорочки, в общем, всякое такое.
И плюс еще были скидки в этом магазине. Цены я вам показываю сейчас без скидок. Это в белорусских рублях. Ну, умножайте где-то, девочки, которые смотрят меня из России, умножайте где-то на 30 эту цену, на 30 рублей. Вот. В общем, цены дешевле, чем у нас в России. Соответственно, как бы я тут насмотрела в себе много чего интересного. Вот мне очень понравился вот этот серый комплект. Качество ткани. Такое ощущение, что это вискоза с шелком. И я вот уже спустя время вам могу сказать, что ничего не скаталось. То есть катышки не появились. Здесь вот я как раз примеряю на себя, но я одеваю на одежду. То есть на черную футболку я как раз одела. И выглядит немножко странно. Кто так же мерит, как и я? Видите, штаны так просто не спустила. И все, ну, чтобы понятно было, да? А то я этого иногда не делаю, если не снимаю себя в примерочной. Вот, в общем, такой халатик и ночная сорочка, продавалась все это отдельно. Меня, конечно, покорило вот это кружево. Ну, куда я без кружева, да? Мне очень понравилось. И такое сочетание. Мне очень понравилось сочетание цвета синего такого. То есть вот это кружево, оно синее. Сам халатик с ночной сорочкой серенький. И еще вот этот халатик я мерила. Я очень жалею, что я его не купила. Несмотря на то, что у меня много всяких разных халатиков. На самом деле много. Но я все-таки жалею, что я его не взяла. Он такой из плотного такого трикотажа. Вот это розовое кружево в горошек. Я люблю горошек. Полосочку тоже люблю. И ну, в общем, я не знаю, почему я не взяла. Вот я на самом деле очень жалею. Я потом искала его на Вальберис, вот, и так и не нашла. Не знаю, у нас в России, в общем, я не нашла именно такой халатик. Вот, но надеюсь, что это не последняя наша поездка в Беларусь. И я потом обязательно поеду, но буду иметь уже в виду, что я как бы там конкретно закуплюсь всякими халатиками и тому подобное. Вот еще показывают цену. Я еще думала, брать, не брать вот этот в горошек. Здесь, видите, состав вискоза, полиэстер, немножко эластан, да? Не знаю, почему в итоге не взяла, раздумывала. Но как-то так. Тут тоже мы проезжаем не совсем. Я там по карте еще пыталась смотреть, какие места мы проезжаем, где мы вообще есть. Но очень красиво. Чистенько, я не знаю, мне понравилось у вас, девочки. Я знаю, что меня смотрят из Беларуси, поэтому я вам так говорю. Мне действительно искренне понравилось. И у нас есть пятерочка, у вас копеечка, да? Вот, и я очень сильно надеюсь, что мы сюда еще раз как-нибудь съездим обязательно к вам. Тут я позирую на фоне флага. Вот, в общем, вовсю гуляем. Вот как раз, видите, уже днем погода стала такая более солнечная, более теплая, и уже совсем приятно гулять, но при этом все равно людей очень-очень мало. Я не знаю, почему. Смотрите, я показываю вам площадь, она пустая. У нас в Питере такого нету. Не только в Питере, наверное, и в других таких крупных городах, центральные какие-то площади и тому подобное. Всегда очень много просто гуляющих людей с детьми и так далее. А здесь, видите, как-то уже пустовато. Это уже вечер. Мы как раз решили заехать в ресторанчик, попробовать национальную кухню. Точнее, я хотела попробовать драники. Вот адрес, где мы остановились, да, я не помню, как называется этот ресторанчик. Цены, кому интересно, здесь в белорусских рублях. Кто смотрит из России, умножаем эти цены на 30. Я считаю, что недорого, очень даже. Тем более ресторанчик такой, ну, очень атмосферный, классный. Нам прям понравилось здесь. И цены, ну, мне кажется, недорого. По сравнению с Питером, я не знаю, как другие города, да, здесь детское меню тоже есть. По сравнению с Питером очень даже недорого. Здесь вот такая вот красивая атмосфера. Такая печка, ну, как бы сделана такая печка, тоже красивая. Вот, так что с удовольствием мы здесь посидели. Мы также заказали драники разные, есть просто какие-то с грибами еще, вот, и они, конечно, обалденно вкусные. Вот, ради них тоже стоит посетить Беларусь.
Вот это здесь тоже, видите, так сделано, очень все красиво, народу много, кстати. Я еще себе заказала борщ по-украински. Это, кстати, первый раз в жизни, когда я ем борщ с кислой капустой. Для меня это было откровением. Я такой обычно из свежей капусты всегда и сама готовлю, и всегда ела. Но мне очень понравилось, очень вкусно все. Здесь снимаю туалет, ну, куда без этого, тоже, кстати, очень прикольно. Вот, и комплекс, в котором мы жили, он закрытый, со всех сторон стоят шлагбаумы, мы машину оставили за шлагбаумом, почему-то нам нельзя было внутрь въехать, ну, в общем, как-то странно. Здесь уже побольше людей, кто-то гуляет с детками, с собачками, в общем, уже вечер, мы возвращаемся, и я вам сейчас покажу потрясающий закат. Вы посмотрите, какая красота, я залипла у окна. Надолго. Ну, скажите, очень красиво. Посмотрите. Ну, это же нереальное что-то вообще. Это как для меня специально сказали вот такой вот закат красивый. Или у вас он всегда такой? Я не знаю. У нас в Питере, понятно, у нас тучи чаще всего. Но это просто что-то с чем-то по мне так. Я прям стояла, любовалась. Мне очень понравилось вот это. Посмотрите, какие. Ну, это же вообще класс. Ну, и немножко покажу апартаменты. Здесь просто за занавесочкой в самой комнате вот такая вот гидромассажная ванна. Ну, также небольшая кухонька прямо здесь же. Вот. Но мы, кстати, в итоге не пользовались. Я не знаю, почему мы сняли апартаменты. И вот такой туалет вот здесь. Так что, в принципе, для того, чтобы остановиться на несколько дней, по мне так супер. Здесь диван раскладывающий и двухспальная кровать, телевизор. Вот так вот примерно выглядит апартамент. И здесь я показываю, что это переделанная квартира на несколько как бы эти таких вот комнаток, где можно остановиться. Вот, в общем, мы уже едем домой, побывали всего один день. Один день мало, по крайней мере, мне было мало. Но так получается, что на дольше мы не смогли приехать. По дороге тоже мы, когда въезжали в Беларусь, уже было темно. То есть мы выехали там где-то днем и к ночи, в общем, приехали. И в Беларусь сейчас как раз вот эти вот дороги все ремонтировались. Я так понимаю, такой крупный достаточно ремонт, расширение, наверное, дорог. Вот, поэтому это здорово. Потому что некоторые дороги, по которым мы ехали, были совсем такие разбитые. Ну и немножко таких вот... Мне нравятся такие домики прикольные, да? Такие вот. Немножко тоже таких кадров по дороге поснимала, пока еще не стало совсем темно. Вот, так что поездкой мы очень довольны. И очень сильно хотим... И детям, кстати, тоже понравилось. Мы очень хотим снова приехать, возможно, в другие какие-то города съездить, в общем, попутешествовать по Беларуси. Так что, да, здорово. Тут тоже такое солнышко светит. В общем, погода была хорошая. Погода нас тоже порадовала. Всем снова привет. Мы приехали уже из Беларуси. Хочу вместе с вами быстренько распаковать, показать, что я приобрела, но для себя. Мы еще купили там, кстати, сыр белорусский вкусный очень. Мы очень любим, поэтому... Да, во-первых, самая главная моя покупка, сейчас я вам ее покажу, забыла. Ну и мои впечатления, конечно же, мне у вас очень понравилось. И я надеюсь, что я с удовольствием... Ну, я знаю просто, что меня смотрят из Беларуси в том числе. И я надеюсь, что я приеду и побываю еще не только в Минске, но и в других городах. И... Ну, в общем, да, путешествовать всегда здорово. Итак, давайте первая покупка, самое главное, цветок. Девочки, куда я без цветка? Купила его я за 20 белорусских рублей. Это, ну, умножайте все на 30, получается где-то, ну, примерно на 30. Хотя когда на тот момент, когда мы там были, да, получается, курс был 29... рублей 10 копеек или 20 копеек, что-то такое. Ну, мы как бы округлили до 30. Вот такой вот цветок. У меня такого нет, это филодендрон. Не помню, как вот конкретно называется вот этот сорт, вид, можно так сказать. Но, в общем,
Я взяла это некой такой, ну, кто-то сувениры какие-то, хотя на самом деле я с удовольствием бы купила, знаете, какую-нибудь керамику бы, я не знаю, белорусскую, что-нибудь такое, но мы что-то ничего не нашли, не знаю, надо было как-то заранее посмотреть какие-то, может быть, магазины и тому подобное, но как-то вот мы, да. В общем, привезла себе вот такой цветочек, я его уже успела пересадить, потому что у него прям корни из горшка вот так вот вылезали. В общем, вот такой вот у меня теперь красавец будет новенький. Куда я без нового цветка? Да. Так, ну и давайте. Первое. Почему-то у меня вот такой пакетик. А как назывался этот магазин, да? Ну, вы поняли. Почему-то вот такое название. Лаума. Лаума на пакетике. Я в примерке вам показывала. Вот этот серый комплект, я извиняюсь, у меня тут мятый, но просто я распаковываю, уже сразу хочу вам показать. Вот этот вот серенький с синим кружевом. Вообще, если бы я знала, что мы туда поедем, я бы, наверное, не делала кое-какие покупки недавние. И халатиков у меня, в принципе, много, поэтому, да, не стала я брать этот в горошек. Ну, не знаю, вот. В общем, он у меня тут помятый, но мне очень понравилась ткань. Она такая, видите, немножко как бы... Ну, не немножко, она прозрачная, но очень она такая прям, знаете, как будто бы здесь шелковая нить. Хотя по составу меловица. Меловица, да, правильно так называется. Значит, обошелся мне вот этот комплект халатик и сорочка. Состав здесь 94 вискозы, 5 полиэстер и 1% люрекс. Наверное, за счет вот этого... нити люрекса, да, кажется, что вот здесь вот реально такая шелковая нить. Он очень приятный к телу. Такое ощущение, что вот какая-то вискоза с шелком по составу, да. И вот здесь вот, хотя люрекс может быть здесь, не знаю. Может быть, это стопроцентная вискоза. Ну, в общем, потому что здесь же тоже, да, здесь-то, наверное, полиэстер как раз. В общем, я не знаю, но вот... Выделка ткани, прям как будто тут шелковая ниточка. Очень приятный, поэтому я его взяла. Тем более он был со скидкой. Плюс вот эта вот сорочка. Ну, вы видели примерку, правда, у меня была тоже на черную футболку. Ну, я уже не буду. Все-таки это ночное белье. Вот. Здесь идет вот такая вот синенькая вставочка. Вот это синий цвет. Я извиняюсь, у меня освещение у нас очень пасмурно, но хочется вам побыстрее все показать. Изначальная цена 71 рубль 99 копеек белорусских. И халат 80-99 со скидкой. Все вместе, весь комплект мне обошелся за 80 рублей, сколько-то там копеек. Умножайте на 30, и получаются наши российские рубли. Вот, в общем, довольна вот этим, супер. На самом деле, если бы я, ну, мы поехали спонтанно, да, и если бы я знала, что мы туда поедем, я бы себе бы, ну, кое-какую одежду бы точно бы не покупала, а купила бы там, потому что мне очень нравится качество вот трикотажа белорусского, оно очень классное. Так, еще я зашла, еще я покупала конфеты, но мы их слопали. Ну, не все, но, в общем, пачки уже открыты, как-то мне не хочется показывать. Марка Коммунарка, мне очень нравится. У нас я не видела конфет от Коммунарки, только шоколадки вот эти трюфельные, мне вообще просто заходят вообще. Я постоянно, если вижу, постоянно покупаю трюфельную вот эту шоколадку. И, естественно, я купила конфеты и птичье молоко в том числе, в общем, да. Так, мой любимый магазин, который есть и у нас в России, и на Вальберис можно купить, и вот этот комплект, наверное, можно подобный на Вальберис купить, да, сорочку и халатик. Но в Беларуси получается дешевле трикотаж. Не намного, ну, может быть, ну, не знаю, процентов 15, может быть, 20, чем у нас в России, в зависимости от того, наверное, какая марка, какое, ну, в общем... Марк Формель, вот этот вот, он и на Ламоде продается, и на Вальберис продается, и в торговых центрах открылись вот эти вот магазинчики. И я очень люблю нижнее белье Низ от этой марки, обожаю. Это лучшее нижнее белье, которое вообще можно было придумать, именно Низ. Из верха я покупала там только топы, знаете, такие, ну, то есть не бюстгальтер, а топ. Такой, ну, как бы нижнее белье, топ, вы поняли, да, о чем я говорю, без косточек, без всего, тоже мне очень нравится, очень удобный, и размеры вот такие, знаете, как вот,
ну, как нужно. В общем, я взяла вот такой комплект из трех штучек. Я, кстати, все время у этой марки беру комплекты из трех штук обычно. Не знаю, так, кстати, выгодно достаточно получается. Стоил он 19 рублей 99 копеек. Это белорусские, в белорусских рублях я говорю, да, умножайте на 30. Тоже была скидка на этот комплект. До этого он стоил 24 рубля 99 копеек. Вот такие вот. У них мне нравится вот эта вот резиночка, она вообще не впивается. Она такое ощущение, что бесшумное белье. Очень классно. Лучше всяких тезенисов и тому подобное. Серьезно. Вот цвет не выстирывается со временем, не перекручивается ничего, не садится, не растягивается. Вот, ну просто идеальное белье, девочки. Я всем советую. Именно вот низ вверх. Ну, вот такие с косточками белье. Да у меня грудь небольшая, поэтому я не могу сказать насчет верха, удобный он или нет, мне все удобно. Поэтому вот такие, в общем, белые, темно-синие и вот такие. Так, я же до этого просто еще покупала себе комплекты, поэтому мне много не надо было, но я, можно сказать, от жадности. И второй комплект, тоже из трех штучек, он был без скидки, но я не смогла пройти мимо расцветки. 27 рублей 99 копеек он стоил. И, кстати, белье вот это идет размер в размер. То есть, если вы носите там М-ку, значит, берете М-ку, если там Л-ку, ну и так далее, да. У меня наподобие был тоже такой комплект. Это, во-первых, все хлопочек. И вот это кружево, оно со временем не расползается. То есть, вот видите, здесь кружево, да? Оно не рассыпается, не расползается, ничего с ним не выцветает, не сереет, не темнеет. В общем, супер. Вот такие вот, смотрите. Новогодние тулини с сердечками. Просто вот такой и вот такие. Это огонь, девочки. Я всем рекомендую от всей души. У нас в России тоже продается, но получается подороже. У нас такие комплекты где-то примерно 1000-1200 рублей без скидок. Ну, а здесь, смотрите, 27 рублей. Ну, дешевле, да? Даже больше, наверное. Ну, короче. Ну, можно и подешевле, наверное, в Альберес у нас найти. Вот. И, конечно же, я хотела изначально зайти в какой-нибудь... Ну, прям фирменный магазин Белиты или что там, ну, вот какой-то, да, белорусского производителя именно косметики. Вот, но один магазин оказался закрыт, второй мы уже искать не стали. В общем, заехали в какой-то торговый центр, и там я зашла в магазин, который называется Мила. Вот так вот он называется. Но до этого, когда мы гуляли, я там, ну, как бы дома, да, и вот в доме такой вот на первом этаже был огромный магазин Мила, просто было видно, что там очень большой он по площади. Я, конечно же, зашла в самый маленький. Давайте начну с декоративной косметики. Цену уже не вспомню, но все-таки подешевле. Конечно же, моя любимая вот эта тушь Luxe Visage, она получается... Не помню, сколько белорусских рублей, но в российских рублях она стоила 165 рублей. Я просто перевела калькулятором. У нас на Вальберисе она столько не стоит. Я ее на Вальберис покупала и за 300, и за 290 рублей. Российских я сейчас говорю, да? Поэтому, в общем, вот это любимо. Моя любимая именно, которая эффект... Не эффект, вот сейчас я купила эффект умножения и удлинения, они хотя все, мне кажется, все одинаковые, а обычно я покупаю для тонких ресниц, он делает прям обалденный объем. Так, потом купила вот такой карандаш, ну это я от жадности уже, девочки, я честно вам признаюсь, потому что я посчитала, сколько стоит тушь, и решила, что мне надо всю, вот. В общем, такой карандашик черный для глаз. Ну, в общем, просто черный карандаш для глаз. Мне всегда нужен черный карандаш. Так, и, конечно же, купила помадки. Одна из них – это матовая, стойкая матовая, вот такая. Это марка именно... Буква R стоит, Рилуи, наверное, да? Сейчас я вам покажу оттенок, мне тоже очень понравился. Давайте сюда нанесу. Смотрите, какой прикольный. Ну, у меня сейчас освещение здесь немножко неправильное, я бы так сказала. Но очень прикольный оттенок такой, как пудрово-розовый такой. Немножко в бежевый уходит. И вот это... Тут вообще написано ментол и перец. Тоже Рилуи.
В общем, типа блеска, типа бальзама для губ. Вот такой вот розовенький просто. А там было, на самом деле, вот это вам выбор только розовый, прозрачный и коричневый. Но так как я вот эту такую ближе к бежевому взяла, решила эту розовенькую взять. Вот. Так, это что касается, вот смотрите, да? Вот этот красивый цвет. Такой коричневато, пыльный розы такой. В общем, мне понравился. Вот, он когда вот подсыхает, он становится чуть-чуть потемнее на губах. Так, и, конечно же, просто косметики всякой разной. Единственное, что там продавцы выкладывали товар, и мне спросить было не у кого. А, вот, у меня, кстати, есть чек. О, у меня же есть чек, девочки. Я вам поближе потом покажу чек, просто ради интереса. В общем, за все заплатила я 67 рублей 47 копеек. Да, я вам все поближе покажу. Поближе просто чек сниму, не буду уже озвучивать, и вы посмотрите. Ну, в общем, если ехать, то обязательно, если вот ехать в Беларусь, да, то обязательно надо покупать там трикотаж. Обязательно. Всякие халатики, ночнушечки, сорочки, пижамки, одежду для дома, для сна, для отдыха, в общем, да. Так, давайте я покажу, я не знаю, почему я взяла вот эту вот марку, изготовитель... Беларусь, Минская область, Минский район, город Заславль. Вот такую марку. Называется Блум, я так понимаю. В общем, я от этой марки... Я не знаю, почему я ее взяла. В общем, спросить особо было не у кого, потому что там девочки товар выкладывали, я не стала никого уж мучить. Значит, я взяла... А что я взяла? Это у меня вот такой крем для ног. Я еще не пробовала, потом тоже расскажу. Крем для рук с кокосиком. Это у нас увлажняющий крем-бальзам для тела. Вот такой. Вообще, такую марку я что-то не видела, что Беларусь делала. Не знаю, у нас вообще продается, не продается. Наверное, продается, я так думаю. И отшелушивающий скраб для душа кокос-манго. Вот такая вот историю я такую взяла. Так, чек покажу поближе, да? Дальше я взяла вот такую... Тоже не видела у нас такую... Изготовитель Беларусь, Минская область. Ну, в общем, что-то там. Так, это у нас увлажняющая, восстанавливающая маска для лица. Если бы я попала вот в этот магазин Мила, который побольше, то и покупок у меня было бы намного больше. Вот. В общем, брала то, что те марки, которые не видела... У нас в России. Решила почему-то, что мне 100% нужно. Ну, в общем, тоже попробую, расскажу. И взяла еще вот такую. На нее была скидка, и было очень мало на полке. То есть всех много товаров, да, а там мало. Я подумала, что, наверное, разбирают, наверное, товар очень хороший. Вот такая у меня была логика. Кстати, вот про Блум то же самое. Там видно было, что... Ну, разбирали, по крайней мере, крема для рук точно. Так, вот такие увлажняющие гель-патч. Тоже, это все, кстати, одна марка, да? LT Beauty или Latte Beauty. Latte, по-моему, Beauty, да? Девочки, если из Беларуси меня смотрите, напишите. Если что-то, поправляйте меня, да, если я неправильно что-то называю. Это то же самое. Но вот здесь написано Latte Beauty. Вот такая вот. Это увлажняющий гель-патч для кожи вокруг глаз. Всегда пригодится. И вот такие пэды. Кстати, про пэды белорусские я много слышала. Мне девочки тоже писали, что очень хорошие. Наташа, попробуйте. Вот, я их нашла. Пэды для быстрого и мягкого очищения лица. 60 штук. Из этой марки это и все, что там было. Больше не было ничего. Не нашла никаких ни кремов, ни тоников, ничего такого. Я бы набрала. Ну, вы же меня знаете. Вот, поэтому вот так вот. Вот и все у меня покупки. И за всю эту косметику я отдала 67 рублей 47 копеек. Я уже сказала, да?
Вот, это все покупки, и еще раз повторюсь, да, конфеты мы покупали, квас вот этот лидский, но у нас точно такой же продается, единственное, что нам очень понравилось, мы там купили квас лидский, который со вкусом с ревенем, не со вкусом, а именно с ревенем и с чем-то еще, и с печеным яблоком, у нас такой не продается в России, но я, по крайней мере, не видела, очень хочу, потому что вкусно, и думаю, надо было купить упаковку, привезти с собой, как-то так. Вот, в общем, все мои покупки. Но, еще раз повторюсь, у нас поездка была спонтанная, и я очень рада, потому что я прям хотела поехать в Беларусь, и достаточно давно, как я уже, наверное, говорила, да, в видео, что я наполовину белорусская, мой отец белорус. Наверное, поэтому меня так тянуло, и, наверное, поэтому для меня так прям душевно было съездить в Беларусь. И прям поесть знаменитых драников белорусских. Это действительно что-то очень вкусное. И даже у меня дети, они меня не любят драники, но прям с удовольствием съели те, которые вот мы заказывали в ресторанчике. Прям вообще очень вкусно. Действительно вкусно. Вот. Так что на сегодня буду уже с вами прощаться. А, кстати, вот еще что хотела рассказать. Последнее расскажу. Подешевле, да, белорусские товары в Беларуси подешевле, чем у нас в России продаются. То же самое получается российские товары. Я когда зашла в этот магазин Мила, там была представлена Аравия косметика. Аравия, только я чаще всего покупаю Аравия лабораторию, а там нет. Я чаще всего покупаю Аравия Professional, а там стояла Аравия лаборатория. Лаборатория или как-то так. И вот Professional, эта линейка лучше, чем лаборатория, стоит чуть подороже. И вот получается, косметика в Беларуси, вот эта Аравия, стоит дороже, чем у нас. Это точно. Причем процентов, наверное, на 30-40. Ну, по крайней мере, с тех цен, что увидела я. И увидела там в торговом центре магазин с павлопосадскими платками. Я обалдела. 240 белорусских рублей стоит павлопосадский платок, который обычная серия, не вот эта эксклюзивная. Это очень много, это очень дорого. Я, короче, то есть 240 это почти 8 тысяч, да? Правильно считаю? 8 с хвостиком. У нас такой же платок, получается, я покупаю там, ну, такого же размера, вот такой же примерно платок, тысяч за 3 рублей, да, то есть это за 100 белорусских рублей, грубо говоря. А там получается в 2 раза дороже. Так что так, так что приезжайте к нам в Россию. За павлопосадскими платками не только. Вот, ну все, все рассказала. На сегодня уже буду с вами прощаться. Видео получилось, наверное, длинным, сейчас буду его монтировать. Всех люблю, целую и до новых встреч.